Друзья, ранее у меня на канале уже выходила серия прям из 6 видео, посвященных криптовалютной бирже Huobi Global. В тех видео я рассказывал вам про различные функции данной платформы, такие как фьючерсный и спотовый рынок Huobi Global, особенности торговли опционами и собственный токен биржи HT. Однако сегодня я хотел бы немного отвлечься от данной темы и рассказать вам про один важный листинг, который произошел на Huobi Global 2 февраля 2021 года. В этот день на биржу была добавлена криптовалюта Flow, которая является одним из самых перспективных активов 2021 года. Flow является полноценной криптовалютой и не просто ERC-20 токеном. И даже в отличие от других криптовалют, которые имеют свои блокчейны, зачастую очень ограниченные функционали, Flow имеет крайне мощную техническую базу. Блокчейн Flow является технологически продвинутым, и он был разработан полностью с нуля, специально чтобы удовлетворять потребности разработчиков. Основной целью создателей Flow было создать блокчейн таким, чтобы на нем можно было легко и просто создавать децентрализованные приложения, которые могли бы выдерживать огромные нагрузки и при этом не ломать сам блокчейн, как это было в известной истории с игрой CryptoKitties на блокчейне Ethereum. Собственно, разработчики блокчейна Flow, команда Depth Labs, не понаслышке знают о той истории, и потому они и являются создателями той самой коллекционной блокчейн-игры с криптокотиками. Так что раз они смогли в прошлом создать самую популярную блокчейн-игру даже на весьма ограниченном блокчейне Ethereum, то уж на своем собственном блокчейне, позволяющем обрабатывать сотни и даже тысячи транзакций в секунду, они смогут добиться куда больших результатов. Что в принципе уже видно хотя бы на примере NBA Top Shop, коллекционной карточной игры на блокчейне Flow, которая разрабатывается командой Flow в сотрудничестве с Национальной баскетбольной лигой. И это не единственный крупный партнер Flow, ведь помимо этого также их поддерживают еще и такие организации, как UFC, Ubisoft, Warner Music и Samsung, а также и другие криптовалютные биржи, например, такие как Huobi Global, которая в честь листинга Flow на своей платформе провела два масштабных конкурса, в которых пользователи могли выиграть до $500 за совершение депозита или за торги монетой Flow. Что хочется сказать, это то, что в данный момент оба конкурса они уже завершены, однако думаю, что в будущем у Flow и Huobi Global будет еще много совместных мероприятий. Особенно учитывая, насколько мощным был запуск Flow на Huobi Global, ведь в ходе него цена монеты почти моментально взлетела с 2 до $14. Сейчас, кстати, Flow торгуется примерно по $11 за монету. Так что, если вы задумывались о возможной покупке данной криптовалюты и включении ее в свой инвестиционный портфель на 2021 год, то сейчас для этого наверняка есть последняя возможность. Потому что пример листинга на Huobi Global — это только начало. Ведь сейчас другие биржи медлят и пока не добавляют Flow на свои платформы. Но когда это произойдет, а это обязательно произойдет, то цена Flow взлетит еще выше. Если же еще у вас нет аккаунта на бирже Huobi Global, то вы можете создать его буквально в несколько кликов по моей реферальной ссылке, найти которую вы сможете в описании. После этого вы сможете купить любую из криптовалют, с которыми торгуется Flow, а именно это биткоин, эфириум или USDT, на внутреннем фиатном шлюзе от Huobi Global. После чего обменять эти монеты на Flow для получения будущей прибыли от роста. Также, учитывая то, что Huobi Global часто создает контракты и деривативы для молодых перспективных токенов, то я предполагаю, что скоро на Huobi Global могут появиться и возможности заключать фьючерсные и бессрочные контракты на Flow. Также, из приятных новостей хотелось бы отметить, что на Huobi сейчас запустился 6-й по счету конкурс для рефоводов, в ходе которого участники смогут разделить приз в $100 000 и получить скидки на торговлю на Huobi до 30% сроком аж на 2 года. Так что это тоже может стать для вас дополнительным источником заработка на данной бирже. Ну а следить за другими обновлениями биржи Huobi Global вы сможете не только в их официальных социальных сетях, но также и на моем канале. Ведь я довольно часто рассказываю про эту биржу. Так что это еще один повод подписаться на мой канал, а также пройти регистрацию на Huobi Global. Жирных вам иксов, друзья, и до новых встреч!